мы будем разом вучиться размовлять на родной мове. Самый великий подман дзятинства – мы думали, что быть дорослыми – выдатно. Дзятинство, маленство, детство. Дорослые, взрослые. Дзятинство – это коли свой узрост можно показать на пальцах. Спочатку дорослые вучать своих дзятей, затым сами вучатся у их. С нараджэннем дзятей у доме зникая парадок, гроши, спокой, тишиня и з'является счастье. Любите, шануйте родную мову. Яна дае нам наилепший способ разуметь один одного.